Челнинские улицы преобразятся, продолжат реконструкцию на территории Гренады и благоустроят зеленую зону около 7-го комплекса в поселке ГЭС. Состояние парков и скверов обсудили на заседании постоянной комиссии Горсовета по жизнеобеспечению населения и градостроительству. О чем еще говорили сегодня депутаты и чиновники, расскажем далее. Пустовать как минимум еще двум городским участкам земли осталось недолго. Так, территория площадью почти 15 тысяч квадратных метров предоставлена предприятию ДИАС для проектирования и дальнейшего строительства цирка в районе Парка Победы. В городском бюджете были выделены финансовые средства, и сегодня проектно-сметная документация на городской цирк выполнена, проведена государственная экспертиза. И город занимается поиском инвестора для строительства этого объекта. Еще один участок земли – территория возле дома 1703. Здесь будет располагаться выставочный центр, хотя ранее предполагалось разместить торговые площади. Однако отвод земельного участка не будет осуществлен до тех пор, пока застройщик не предоставит проектно-сметную документацию на создание вдоль жилого дома двух скверов общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Это позиция мэра города Василия Грязовича, он ее озвучил публично, и непосредственно персональную ответственность за развитие ситуации вокруг этого земельного участка возложена на меня. Тема благоустройства городских территорий и строительства торговых площадей вызвала дискуссию среди народных избранников. Некоторые из них высказали сомнения в законности выдачи этих земель и надлежащего благоустройства существующих бульваров и скверов. Потому было решено внести в протокол пункт о необходимости создания рабочей группы, которая возьмет на контроль эти вопросы. Эльвира Салахова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.